что когда вестита, это значит, что тогда наша кожа работает очень сильно, развивается. И когда развивается, очень много новых клеток и чуть-чуть грязь начинается от кожи. Знаешь, когда мы просыпаемся утром, нам надо очищение. Сложно слово там. Правильно? Это очень важно. Это очень важно. Но даже после того, что мы используем продукты для очищения, если ты смотришь на твою кожу, она все равно осталась там чуть-чуть грязь. Это ты проверь, когда ты возьмите маленькая бумага и просто вот так увидишь, что там маленький грязь. Поэтому тебе надо тоннель. Правильно? Тоннель. Тоник. Спасибо. Вот алтарь сейчас очень важен. Но надо тонизировать твоя кожа. Мастер-класс. После очищения, после вы тонизировали вашу кожу, надо крем. Но надо начинать с серум. Я думаю, что по-русски это называется северодка. Спасибо, спасибо, отлично. Вот, это работа. Почему надо работать сыворотка? Сыворотка, спасибо. Почему надо сыворотка? Серум по-низки. Потому что этот продукт работает в глубине. Твоя кожа для того, чтобы развиваться и стать как 20 лет, надо глубоко работать. Поэтому это так важно, что сначала ты положишь вот эту сыворотку. Только после этого ты начинаешь увлажать свою кожу. Это значит, что ты ползаешь тогда дневной крем. Где очень много людей, где большая ошибка, они дневной крем вокруг глаз. Это большая ошибка, потому что дневной крем чуть-чуть более тяжелый. Если ты намазываешь вокруг глаз, твои глаза будут чуть-чуть тяжелее, скажем так, да? И поэтому мы как специалисты, как консультанты компании, мы говорим, что нельзя. Если ты работаешь правильно, надо крем для глаз. Это значит, что, видите, я вам не предлагал ни одного продукта. Я предлагал вам систему, серьезную систему наука для того, чтобы ваша кожа стала такая красивая, как когда вы женились или сам уже пошел. Но это не все. Я сейчас реально предлагал и продавал вам очищение, тоннель, дневной крем, крем для глаз и сыворотка. 5 продуктов, дамы и господа, я сейчас продавал. Ну, дамы и господа, это все? Конечно, это не все. Потому что реально вечером это все повторяется. Надо очищение, надо тоннель, сыворотка, крем для глаз. Но дневной крем ночью нельзя. Нельзя. Почему нельзя дневной крем ночью? Потому что ночью это самый активный период для вашего кожи, когда ты спишь. Дневной крем это тоже защита против солнца. Это как икра. Это работает дневной для того, чтобы защищать твою кожу против солнца и против изменений климата или окружающих мир, которые стали более грязными. Но ночью это работает наоборот. И поэтому нельзя дневной крем ночью, потому что твоя кожа тогда будет хуже. Получается, что маленькие такие красные пункты на коже, которые сейчас называются акне по-английски, некрасиво, не предлагается, не советуется, не советуется. Видите, я уже сейчас предлагал вам 6-й продукт. Значит, я предлагал сегодня вечером очищение, тоннель, дневной крем, крем для глаз и сыворотка плюс ночной крем. Дамы и господа, наше предложение в данном моменте я добавил в ваш средний заказ 2 раза. 2 раза я сейчас добавил в ваш средний заказ. Я сейчас помог вам стать 2 раза больше богатым. Я ожидаю сейчас автодисплей.
что через год мы все здесь, не только были более красивыми, богатыми, но чтобы были больше людей здесь, что расцветали здесь общество Украина, нам надо начинать говорить о нашей системе. Лучше природы, лучше наука и лучше природа. Обучение по поводу бизнеса тоже очень важно. Но здесь очень маленький, но естественный принцип и работы. Первый принцип. Если ты хочешь быть настоящим лидером, тебе надо быть естественным. Не ожидайте, не требуется, что другие люди сделают что-то, которое ты не готов сделать сам. Помните, что другие люди, ваши люди, консультанты, которые вы приглашали в этом бизнесе, они не делают, что вы говорите, они делают, что вы делаете. И поэтому, дамы и господа, до того, чтобы мы начинаем признать, и до того, чтобы мы будем чуть-чуть трубочку выбиваться, то, чтобы поздравлять друг друга, давай договоримся, что для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, улучшить ситуацию в семье, улучшить ситуацию для тебя, нам надо завтра с утра начинать приглашать людей в этом бизнесе. Нам надо поговорить о продукте. Нам надо обучать людям, как правильно работать средства по уходу за кожей. Нам надо быть лидерами. Нам надо взять флаг и пойти дальше. Нам надо показать нашим людям, что мы готовы, что мы хотим больше, и мы здесь навсегда. Арифлейм Украина –